Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова YouTube-канал Тутси, лайфхаки, диеты, путешествия, обзоры товаров и продуктов. Сегодня я хочу рассказать вам, как очень быстро и вкусно приготовить диетическое куриное филе так, что оно будет очень хорошо отбивать аппетит вечером, но в то же время будет очень нежным, мягким и сочным, даже похожим на свинину. Нам потребуется примерно 500 граммов куриного филе без кожи и жира, порезанного вот такими пластиночками – толщиной примерно 5-7 мм. 1-2 чайные ложки вашей любимой приправы для мяса или для курицы, но не острой. Затем 2-3 столовые ложки соевого соуса для маринада. Можно также по желанию добавлять горчицу, кто любит ее. И также можно добавлять в этот маринад 1-2 столовые ложки лимонного сока или яблочного уксуса натурального. Все это перемешиваем и будем мариновать примерно полчаса, но можно и больше. Итак, отправляем мариноваться в холодильник примерно на полчаса, но иногда я делаю так даже на ночь. Итак, теперь наше мясо промариновалось, и теперь самое главное. Мы берем каждый кусочек мяса, немножечко его обжимаем или обсушиваем, а затем обваливаем в крахмале. Совсем немного, но это придаст совершенно другой вкус мясу. Обваливаем крахмале, а затем начинаем жарить на сковороде с антипригарным покрытием до готовности. Готовится очень быстро и получается очень вкусное мягкое мясо. Вот посмотрите, какие кусочки у нас получились. Теперь мы берем их и обжариваем на сковороде без масла или с очень тонким слоем масла до готовности. Будет очень вкусно. Вот посмотрите, какие аппетитные кусочки мяса получаются. Просто очень румяные, очень вкусные. Готовятся очень быстро. Мы их переворачиваем на одной стороне, готовим, а на другой. Слишком близко их класть не нужно, чтобы они не размокали. Тогда они получаются вот с такой румяной корочкой. И вот посмотрите, какое чудесное аппетитное мясо получилось. Оно даже похоже на шашлыки, но гораздо более такое мягкое, нежное и к тому же диетическое. Конечно, когда вы приготовите это мясо, вы едите его с каким-нибудь огурчиком, с капустой, с салатиком. Никакой картошки, майонеза, хлеба, каши есть нельзя. Это белково-овощная диета. По поводу крахмала, немного крахмала можно. Его одобряет даже сам Дюкан. Ну, естественно, без фанатизма. А так, прекрасное блюдо, я его обожаю. Оно хорошо отбивает аппетит вечером. А вечером хочется кушать особенно сильно. Также хочу сказать, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем своим комментаторам я буду передавать привет в своих следующих новых видео. А также обратите внимание на ссылки в описании. У меня появился новый канал, называется «Математика бесплатно». Там я разбираю различные школьные задачи очень подробно и понятно, потому что я репетитор по математике. А для своих подписчиков того канала я решаю эти задачи абсолютно бесплатно под заказ. До свидания, удачи всем и желаю вам всем быть стройными и красивыми.